Каким образом происходит работа с этим прибором? То есть вот тут вот с обратной стороны, с другой стороны находится рукоятка, которой прилагается усилие. Вот в этом положении, в котором она сейчас, она отключена. Потом в верхнем положении, когда она находится, то есть вот в таком, предварительная нагрузка подается. Вот в этом положении полная нагрузка подается. То есть предварительная нагрузка это 10 кг, полная нагрузка 150 кг. Ну, в качестве образца, в общем, используем вот этот вот нож. Это WCB-M1, то есть White Church Blade модель 1. Они не отпущены, это только были закалены и чуть-чуть отшлифован клинок, чтобы, ну, в принципе, любой можно взять. Был отшлифован клинок, чтобы для произведения измерений. Потому что тут должна быть поверхность более-менее гладкая, то есть не должно быть окалина, потому что окалина твердее, чем более твердая, чем металл там. Вот. Сейчас, значит, в общем, закрепляется здесь на этом столике, между столиком и изделие. Ну, желательно, чтобы оно было параллельное, обе стороны изделия были параллельны, то есть иначе, если будет чуть-чуть под наклоном этот конус, то может это привести к погрешностям в измерениях. Вот. Теперь, значит, даем предварительную нагрузку. И когда после этой предварительной нагрузки, ну, в данном случае оно ровно стало, но я отведу, в общем, надо подвести вот эту большую стрелочку на нолик, к нулю, и вот эта вот маленькая стрелочка, вот эта вот, должна стать вот на вот эту рисочку. То есть вот мы вот так вот ставим. После чего дается полная нагрузка, выдерживается в течение примерно 3 секунд и убирается. Вот. И вот он показывает какое-то значение. В данном случае он показал 61 Rockwell. Где в другом месте сейчас сделаем прокол. Вот, закрепляем. Предварительная нагрузка выставляется в ноль. Полная. 3 секунды где-то держим. Убираем. 62 показывает. Сейчас еще одно. Сейчас другое попробую. Клинок. Так, закрепляем. Предварительно 0, полная. Убираем. Показывает 68. Так, это уже. Ну это, мне кажется, чуть он вот именно погрешность. Сейчас в другом месте проколем. Так, предварительная, тогда 0, полная, убираем. 67 показывает, ну 68 даже. В общем, после закалки и до отпуска 1095 где-то способна быть закалена на 66 единиц. После отпуска оно уже спускается там до 50, там 8, 60, 61. То есть вот, ну, смотря какая, в зависимости от температуры отпуска, вот, выбирается именно нужная конечная твердость получается. Вот. Ну вот такой вот прибор. Спасибо за внимание. До свидания.